Значит, после субботы кто был? А кто был? Только Света был один. И он. Что после субботы? Ну, или его ничего не помню, типа отдался. Субботний расклад. Нет? Спал. Ага. Понятно. Ну ладно, тогда мы попробуем. А, не повторим, потому что ты... Получилось так, у тебя что было в прошлый раз? Три на выходе. Да, ты просто на выдохе делала. Хорошо, тогда мы делаем еще раз, попробуем сделать. Значит, максим три, это будет такой типа вилочки. Вы делаете максимальную задержку на вдохе сразу. После, вот сделали вдох, 5 единиц. Максимальная задержка в первом цикле на вдохе. Максимальная задержка на выдохе в четвертом, то есть посерединке. И максимальная задержка на вдохе в седьмом цикле. В остальных вы делаете типа восстановительных таких микрозадержек. 8 единиц на вдохе и 8 единиц на выдохе. И смотрите ваши показатели. Скажем, задержки на вдохе, изменятся они после вот такой вот гиперкапнии на выдохе или останутся так же, или увеличатся. Ну и сравните с тем, что у вас было раньше. Мы уже такую штуку делали. Вот. Ну а все остальное смотрите по ощущениям. Понятно? Максимальный на выдохе. Максимальный на выдохе. Значит, еще раз. Первый и седьмой это на вдохе, на максимум. Первый и последний. А в серединке на выдохе максимально. Вот так.